Процедуру получения водительского удостоверения могут изменить. С такой инициативой выступила МВД. Сейчас экзамен состоит из трех частей – теории, площадки и города. Две последние хотят объединить, а навыки вождения проверять в реальных условиях на дорогах общего пользования. Избавиться от экзамена на площадке в ведомстве решили по нескольким причинам. Во-первых, прохождение ряда испытаний на закрытой территории не формирует навык управления транспортным средством на дороге. Во-вторых, большинство аварий происходит из-за неумения оценивать дорожную обстановку, правильно выбирать дистанцию или перестраиваться. Акцент во время экзамена сместится на способность маневрировать в потоке. Многие полагают, что после нововведений получить водительское удостоверение станет еще сложнее. Там хотя бы на площадке у тебя выставлены определенные рамки, а в городе инструктор скажет, припаркуйся куда-нибудь сюда, может, туда даже не поместишься. Врежешься, еще за это, возможно, даже и платить будешь. Я сдавала, наверное, 3 раза и, к сожалению, не сдала. А что вас остановило? Забросила. Почему? Я уже перестала верить в себя. На право сдать всегда, мне кажется, сложно. Вот. Сдавал я давно достаточно, лет 10, наверное, назад. Вот, по-моему, с первой или со второй попытки, я точно уже не помню, это очень много времени уже прошло. С первой попытки, несложно, было несложно, но это было давно, 12 лет назад. Говорят, не сдашь с первого раза, не получается практически ни у кого, очень редко, не знаю, как получится. Год назад, раза, наверное, с 8-го. С чем были проблемы? С теорией. С теорией, то есть не с городом. А город с какого раза сдали? Город со 2-го. А теорию? Теорию где-то раза с 5-го. Сдавал в 2005 году. 2 раза сдавал. Практику. Теорию сдал сразу же. Не тяжело было. Было легко, просто. В ГАИ помогали, все, подсказывали, как что делать. 8 лет назад сдавала со 2-й попытки. Ничего сложного, только нервы. Почему не сдавали? Муж пытался научить на своей машине, вот, и такой был не очень удачный опыт, когда я перепутала педаль сцепления с тормозом или там что-то наоборот и въехала в гараж, так сказать. Повредились ворота, повредился бампер, поэтому я подумала, что пока не стоит. Те, кто получил водительское удостоверение 10 и более лет назад, уверяют, что ничего сложного в этом нет. Для тех, кто стал обладателем заветной карточки недавно или только планирует это сделать, экзамен – настоящее испытание, которое со временем, вероятно, станет еще сложнее. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.